Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Платить налоги на недвижимость и землю россиянам разрешат авансом. Соответствующий проект поправок в налоговый кодекс одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Предполагается, что граждане, не дожидаясь уведомления о начисленных платежах, смогут в любой момент внести ориентировочную сумму имущественных налогов на специальный счет федерального казначейства. Налоговая инспекция спишет с этого счета налоги на транспорт, землю и имущество, как только они будут начислены, поясняет российская газета. Новый механизм позволит гражданам оплачивать налоги одним расчетным документом, не беспокоясь за соблюдение сроков и распределение суммы платежа по налогам, уточняет издание. Дайджест недвижимости. В Октябрьском и Первомайском районе Кирова снесут несколько аварийных многоквартирных домов. Распоряжение о признании строений аварийными, подлежащими сносу, опубликованы на сайте горадминистрации. Документы касаются объектов по адресам переулок Майский, 10, переулок Крайний, 16, улица Сормовская, 16 и Слобода, Большое Скопино, 2. В срок до 31 января следующего года территориальное управление по Первомайскому и Октябрьскому районам должны отселить прописанных по указанным адресам жителей в помещение маневренного фонда. Снести аварийные дома собирается до конца 2020 года. Дайджест недвижимости. Киров занял 78 место в рейтинге самых комфортных городов России. Опрос провели аналитики сайта «Домофонд» среди жителей 250 населенных пунктов страны. Города оценивались по таким критериям, как безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, досуг и спорт, инфраструктура для детей, работа коммунальщиков, соотношение стоимости и качество жизни. В двух номинациях «Стоимость жизни и условия для детей» у нашего города более крепкие позиции – 23 и 28 места соответственно. А вот по чистоте и экологии Киров на 156 и 149 местах. Еще хуже обстоят дела с общественным транспортом. По этому критерию Киров на 163 месте в стране. Лидерами рейтинга самых комфортных городов стали Анапа, Грозный и Дубна. Это Московская область. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.